Я всех приветствую на своем канале. Выехал перед работой, рано, Подмосковье, час от Москвы, час время повесить ловушку, вернуться в Москву и на работу. По конструкции продолжаю развешивать ловушки, скрученные из ДВП, размочил, скрутил, высушил, получил колоду из ДВП, оборачиваю пластиком, сетчатое дно. Прожигаю в пластике отверстия, наверху рамки, половина 145-х. В этой ловушке особенность, что ставлю всего лишь две рамочки. Выехал, пятница, 9 апреля, заморозки минус 3, ранняя зима, снег, мороз и солнце, чудесное утро. Дерево на нем два раза брал раи. В прошлом сезоне и до этого несколько лет назад сухостой, ель. Кстати, на этом дереве смолу собирал. Сейчас опять небольшой пакет набрал для изготовления олифы. Как раз таки пропитать ДВП, пропитать дерево. Покажу, расскажу, из чего делаю олифу для защиты материала. Неплохое место. Здесь же неподалеку еще перезимовала ловушка, но не пошел ее проверять. Уже буду проверять в мае, в июне. Какой смысл сейчас ее смотреть? Висит, висит, не висит, значит не висит. Достаточно здесь и одной ловушки. Спешу развесить как можно больше ловушек. Колод из ДВП скручено, наверное, еще штук 5. Не знаю, успею или не успею сделать. Планирую еще сделать ловушку из пенопласта. Уже начал кое-какие фрагменты изготавливать. И хочу запустить ловушки из 18-литровых, 19-литровых баклажек пластиковых. Потому что мечта одна – это сделать вечную ловушку, которая не отсыреет, не пропадет. Недоступна для птицы, куницы, медведя, человека. Повесил, и она всю жизнь у тебя висит. Езди по сезону, только проверяй. Это фрагмент у нас от сработавшей ловушки в прошлом сезоне. Немножко воска, немножко прополиса в качестве приманки. Вдалеке ели, там еще висит ловушка, зимовала. На сегодня с вами прощаюсь, ждите новых видео. Продолжаем готовиться к сезону. Подмосковье пошли ранние медоносы, лещина, ольха, мать и мачеха. А на этих выходных обещают плюс. Хороший плюс, плюс 17, может быть, пчела что-то и возьмет. У меня семья не перезимовала. Покажу, поделюсь своими мыслями, почему погибла семья, покажу, разберу ее. Ждите новых видео, всем удачи, до новых встреч на моем канале.